Как известно, в мае текущего года 9349 махаллей страны провели выборы в соответствии с постановлением Кингаша Сената о подготовке и проведении выборов председателей аксакалов схода граждан. Итоги выборов обсуждены парламентариями в рамках очередного заседания Кингаша Верхней палаты парламента. Согласно представленной информации, в ходе очередного заседания Кингаша Сената Али Маджлиса во всех 9349 махалях до выборов было проведено свыше 21 тысячи агитационно-пропагандистских мероприятий, посвященных разъяснению сути и значению закона о выборах председателя аксакала схода граждан, в которых активное участие приняли порядка 3 миллионов жителей. Чтобы избирательный процесс прошел на высоком уровне, организовали семинары, тренинги для руководителей и членов территориальных и местных вспомогательных комиссий, а также рабочих групп. Кроме того, их обеспечили более чем 11 тысячами сборников законодательных актов, методических рекомендаций и руководств. Все для того, чтобы выборы прошли открыто, гласно и прозрачно. Данный процесс также транслировался в СМИ. Всего же на национальном медиапространстве страны было освещено порядка 11 тысяч материалов. По итогам выборов из примерно 27 тысяч кандидатов председатели махалинских сходов граждан были избраны самые лучшие. Те, кто обладает лидерскими качествами и богатым жизненным опытом. Из них 2/3 кандидатов впервые избраны председателями махалей. Среди избранных председателей 1104 женщины и 274 депутата местных кингяшей. На заседании речь шла о необходимости систематизировать мнения и точки зрения, высказанные населением в рамках подготовки и проведения выборов. Также решено тщательно изучать каждое из них и принять соответствующие меры по реализации конкретных предложений на практике.